То, что казалось невероятным, сегодня оказалось реальностью. Энди Морган в Санкт-Петербурге снимает видео на песню, которую написал Леонид Агутин специально для фильма «Рубеж». Этот фильм о людях в разных их проявлениях. Героизм прошлых времен. Все это переплетается в такую динамичную современную историю. Для того, чтобы снять супер-видео, нужен супер-режиссер. Окей, fine. И тут он сказал, да, я прилечу, я сниму, мне это очень интересно. Достаточно просто сказать, что он снял видео музыкальное для Майкла Джексона, для Тины Тернер, Джорджа Майкла, Бон Джови, Куин. И сидись, Аэросмит, у Полу Маккартни он снимал видео. So I wrote a treatment, incorporated Leonard in it, kind of decided I wanted to do something that involved him not only singing, but on his way somewhere, so you create a journey, you don't know where he's going. Три сюжетных линии и три блока съемочных. Сейчас спойлер был. And I'm cutting off the top of the loop, and I can go lower. Это мечта для продюсера, вот, поработать с таким режиссером. Я еще надеюсь, что получится хорошо. И поможет опыт и талант режиссера. Все самые великие исполнители там, на протяжении последних 30-40 лет так или иначе прошли через руки Энди Моргана. Легенда не легенда, но еще момент удачи необходим. И мне хочется верить, что эта удача будет сопровождать эту картину вообще и клип в частности. Эта работа этого заслуживает. So we decided that the end point of the journey was the memorial. So I had the wanted to bring in this idea of a veteran playing the accordion. У меня медаль памятная «Дети войны». Я играю в шахматы. Хожу на ходулях. So you've done some rehearsals. Давайте, приготовились к съемке! Я, во всяком случае, это делала исключительно как некую благодарность тем людям, которые когда-то воевали, тем более было выбрано такое место, Стелла. It's a little darker here, but it's easy to pump this up and great. Второй день съемочный. I was looking for something again that related specifically to St. Petersburg. По стилистике похожий на фотографии Алексея Титаренко. Дым пошел. And around it there's lots of blur and smoke and double exposure. So it seemed to lend itself to the environment and the video I wanted to make. This would go on the easy rig handheld. Единственное, что на время кадра нам нужно все-таки немножко дорожку подержать. Хорошо, у нас там... Прогулки мы так что снимать закончили. Я думаю, что Леонид очень рад, потому что холодно. Прежде чем еще концерт, Леонид, наверное, главный мужской исполнитель в стране, величайший музыкант. Кто же еще, если не он? Вокальное исполнение на крыше, вот мы сейчас поедем снимать. Потом, может быть, поставим какую-то простую рамочку. Температура 6000. The fabric of the city, the texture of the city, the spirit of the woman, the female, the dancer, the veteran who maybe had been a kid during the war, you know, the next generation, his father, the boy with them. So it became more kind of human. It wasn't just images, it had some deep connection. So you understand what I'm saying? Мне тебя не понять, но так хочется жить. Помоги мне дышать, две минуты жизни. Песня получилась шикарная. Очень здорово, что есть такой фильм, и что была такая возможность поработать и написать для этого кино. Фильм «Рубеж» — это дань, наша дань уважения нашим дедам и нашим бабушкам. Если одним словом атмосферу на площадке описать, величайшее удовольствие от работы с мастерами. Every time I had a private conversation, I filmed everything.